Подумать до завтра. О написании рапорта разрешили ривненские активисты новоназначенному начальнику областной милиции. Блокирование международной трассы временно прекратили. Напомню, сегодня с утра на автомагистрали Киев-Чоп образовалась 30-километровая пробка. Таким образом, активисты пытались опротестовать назначение руководителем УВД, человека, против которого уже месяц выступают люди. Реакции Министерства внутренних дел пока нет. Начальник заявил, сам в отставку не подаст. И после того, как я побывал на трассе, я поставил это питание перед министерством и сказал, примите решение. Примите решение, я весь ваш.